Глава 27 второй книги Паралипоменон. 25 лет был Иоафам, когда воцарился, и 16 лет царствовал в Иерусалиме, имя матери его Иеруша, дочь Садока. И делал он угодное в очах Господних точно так, как делал Озия, отец его. Только он не входил в храм Господень, и народ продолжал еще грешить. Он построил верхние ворота дома Господня и многое построил на стене Офела. И города построил на горе Иудейской, и в лесах построил дворцы и башни. Он воевал с царем аммонитян и одолел их, и дали ему аммонитяне в тот год 100 талантов серебра и 10 000 коров пшеницы и ячменя 10 000. Это давали ему аммонитяне и на другой год, и на третий. Так силен был Иоафам, потому что устроял пути свои пред лицом Господа Бога своего. Прочие деяния Иоафама и все войны его, и поведение его описаны в книге царей израильских и иудейских. 25 лет был он, когда воцарился, и 16 лет царствовал в Иерусалиме, и почил Иоафам с отцами своими, и похоронили его в городе Давидовом, и воцарился Ахаз, сын его, вместо него».